По данным службы судебных приставов, на Ивановцах примерно 150 тысяч исполнительных производств на общую сумму 25 миллиардов рублей задолженности. Разумеется, часть должников перемещается по городу на личных автотранспортных средствах. Чтобы не допустить того, чтобы должники перемещались по городу безнаказанно, сотрудники госавтоинспекции и службы судебных приставов проводят рейдовые мероприятия. Должников ловят, а их автотранспортные средства арестовывают. Сотрудникам ФССП в работе помогает аппаратный программный комплекс «Мобильный пристав». Камеры, которые считывают госномера, установлены в нескольких сотнях метрах от передвижного офиса службы. Данные поступают по рации. Определив машину должника, сотрудники ГИБДД вылавливают ее из потока и передают водителя в руки приставов. Сейчас был такой случай, что наша камера, которая стоит неподалеку от нашего мобильного офиса, считала номер как бы автотранспортного средства, соответственно, там это автотранспортное средство, как бы за ним находятся долги. И по пути к нам, когда сотрудники госавтоинспекции хотели остановить данное автотранспортное средство, автомобилист скрылся, как бы говорит, с места. Сотрудники госавтоинспекции на другом пункте остановят данное автотранспортное средство. Этот автолюбитель ездит на машине, за которой числятся огромные долги. Но это не единственное его нарушение законодательства. Дело в том, что данное транспортное средство зарегистрировано за третьим лицом, не за тем лицом, которое в данный момент присутствует здесь. А за собственником транспортного средства имеется задолженность. Как выяснилось, машина до сих пор не зарегистрирована за водителем. По закону приставы имеют право наложить арест на транспортное средство или имущество должника, если сумма превышает 3000 рублей. Зачастую машины либо находятся в лизинге, либо числятся за другим собственником. Водитель приставам не нужен, важен владелец, поэтому приходится его вызванивать и требовать погашения, иначе авто от мобильного пункта приставов не уедет. Задолженность 277 500 рублей. В данный момент будет производиться арест транспортного средства. Либо вы оплачиваете прямо сейчас здесь. Да? Такие совместные рейды проводятся регулярно, буквально каждую неделю. Причем не только на центральных проспектах, но и на узких улочках. Акция очень действенна. За день работы отловить среди автовладельцев удается до сотни должников. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.